Это что, влог? Всем шатау-шараут, ребята. Завтра я еду на концерт Little Big. Я буду жутко модной, меня в толпе невозможно не узнать. Ну просто, ну посмотрите на эту моду. Вау! Ну, что сказать? Боже, почему я так сильно зашкварюсь? Это плакат аниме на заднем плане, твою мать. Их концерты до этого были всегда 16+. А тут, в принципе, мне уже 16, и вообще зачет. Короче, оборжаться, у меня у сестры воняет в машине соляркой, и поэтому я просто портфель, все свои вещи буду хранить в пакете таком. Танцор диско! Если это будет, то я тебя отпинаю. Я этого лучше. Антон, ты будешь на этом сидеть. Я буду весь влог угорать с его голых ног. Лучше будет вонять дезодорантом. Ну, Антон, сними мой аутфит. Какая ты тупая. Это я буду так прыгать на концерте. Флекс. Скибиди. Дёрп танцует скибиди. Если что, я знаю, как правильно танцевать. Я тоже знаю. Это был тест-драйв. Regina Airlines приветствует вас на нашем борту. Привет, подписчики. Расскажу историю. Мы, короче, сейчас 2.5 часа едем в машине, которая воняет солярой. Здесь мы сидим на целлофановых пакетах. Только Антон сидит, Антон. Завали. Короче, да, офигенно. Мы приехали вот в Таллин. Пойдем, найдем какую-нибудь заправку, потому что хотим ссать и кофе. Смотрите, все в следующем выпуске. Давайте рисовать с феей фиалкой. А что, нет? Это что, не та передача? Я думал, мы снимаем «Мисс Русская ночь». Блин, сука, я походу потрогал что-то смазанное солярой. Антон мастер подворотов, и ему надо обязательно их делать даже на шортах. Все хотят ссать, ну, кроме меня, а я хочу жрать. Какой заботливый лучший друг несет мне кофе. Мы приехали, здесь будет концерт. Мелисса, привет! Куда мы пойдем? Тангерхолл. Та-та-та! Ра-та-та! Это парадокс! Оу, шит! Опа, шпагат. Соби не встать. Ладно, это забавно. Привет, Ксюша. Привет. Мы стоим в самую первую дверь, и мы сейчас обошли клуб, чтобы, может быть, это не главный вход, и типа понять. И знаете, и там вот это ра-та-та-та-та-та-та. Видимо, группа разогревается. А, what? What? Что? Что? Простите, вы, наверное, зададитесь вопросом, что это такое. Так вот, это был душераздирающий разогрев. Ну, вы только посмотрите на это.
Самое время поговорить о впечатлениях. Концерт был бомбезным. Начнем с того, насколько хорошо все было организовано. Можно было спокойно зайти, оставить свою одежду, пройти в зал, стоять там достаточно спокойно, места было достаточно много. И также после концерта. Ты захотел, ты вышел, и буквально через 5 минут ты уже забрал все свои вещи из гардероба
и ты уже на улице и идешь по своим делам дальше. Если сравнивать с концертами в маленьких клубах, то там ты стоишь в очень тесной очереди для того, чтобы зайти в клуб, а потом стоишь, наверное, часа два для того, чтобы выйти из клуба. Затем расскажу, насколько это было атмосферно и эмоционально. Я реально заплакала. Это было что-то, ну, нереальное для меня. Люди, на которых ты смотришь вот через экран, и они просто на расстоянии вытянутой руки перед тобой. Это незабываемо, и это просто что-то с чем-то. Также я хочу отметить, что это было прямо настоящее шоу. Зал был гигантским. Я не знаю, сколько народу там было, был полный солд-аут. У меня получилось сделать очень много классных фоток. И даже фотку на фоне Ильича получилось сделать. В общем, все, что я хочу сказать этим, то, что концерт нереально организованный, и он стоил своих денег. И это было реально то, что я запомню, скорее всего, до конца своей жизни. Большое спасибо за просмотр. На этом все. Пока.